Интересно, чего же она у нас-то боится, а? Она все двигается ко мне и двигается. Охраняю. Так, Фредди, подожди. Еще разочек сохраняю. Включаем, Фредди, включаем, давай. Ой-ой-ой. Лишь бы меня не слопало. Всем привет, ребята! И вы на канале Kids Game Show TV. И мы продолжаем играть в игру Stickman Epic 2. И на чем же мы с вами остановились? Давайте-ка посмотрим. Вот она, наша книжечка. Ого, сколько страниц мы прошли. Давайте-ка начнем теперь вот тут. У нас тут какая-то змея или какое-то растение. Интересно, что это? Давайте-ка с вами посмотрим. Озеро змей. Ого, что-то мне уже жутковато. Интересно, что ж тут будут за змеи? Так, вот он наш Фредди. Солнышко, ночь. Что, а у тебя тут как дела? Ого, а что это тут у вас, девчонки, а? Так, куст какой-то или змеи, ой-ой-ой. Так, что тут нам нужно сделать? Что-то нужно тут найти. Ну, давайте-ка мы с вами разведаем территорию. А может, змею киркой? Нет. Карандашик. Ого, а на карандашке нарисовано яйцо. Так, пойдем-ка, мой друг. Птичка, ну дай нам карандашик. Ты нас поднимешь. Ой-ой-ой, спасибо тебе, птичка. Забираем карандашик. Все, взяли. Ты нам, карандашик, пригодишься. Интересно, что же вылупится-то из этого яйца? Перышко, перышко. И как же я теперь отсюда выйду? Так, яйцо, у нас тут есть гнездо. Нарисуем, может что-то получится. Получилось что-то. Кто-то сейчас вылупится из яйца. Еще один орел. Так, птичка. Ну как же мне тут спуститься-то? Караул какой-то. А, может быть, вон там пойти? Может быть, у меня получится камни разбить? Так, давай-ка, мой друг, давай-ка. Сюда. Ну. Никак нам не пройти. Я, походу, в западне. Что же мне делать-то? Так, орел, отнеси меня назад. Ну, отнеси. Не пройти. Вот это да. Вот это мы попались. Как же спуститься-то, а? Что же нам придумать-то? Так, птенчик, и как же нам переместиться, а? Все, птенчик одумался, сейчас нас перенесет. Ну, спасибо, птенчик, долго я тебя ждала. Так, камушек. Угу. Что-то там камушек какую-то пещеру, что ли, закрыл. Давайте-ка нарисуем яйцо еще побольше. Интересно, кто же у нас в этот раз-то вылупится? Все еще, птичка. Орел. Ну, куда-куда, давай-давай за мной. Ух ты! Только не испорти мою плюшевую шубку. Так, а что тут у нас за чернильные берега? Хм, как же мне пробраться? Что же мне такое придумать? Там-то кустиков нету, если вот так вот. Вот так вот, тихо-тихо-тихо-тихо. Эх, не вижу кустиков, не вижу. Так, рельсы. Для чего же они тут, а? Где же наш поезд? Проходим. Угу. Так, поезд. Сначала нужно нарисовать нам тут дерево, да? Вот так. Дерево у нас волшебное. Нарисуем тучку. Может быть, дерево наше подрастет. О, так, сработало. Дерево подросло. Батарейки подключаем. Так, осторожненько, чтобы током нас не прибило. Другое подключаем. Ай-яй-яй, не сработало. Значит, вот... Ай, да не тот карандаш села. Не то рисую.
Так, сохраняем. Где еще наш проводочек? Вот искры-то летят. Все. Запускаем. Поехало дерево, поехало. И мы следом. Так, давай-ка, давай-ка, Фредди, цепляйся киркой за тележку. И погнали. Так, такое впечатление, будто мы это дерево толкаем. Так, идем, идем, идем. Угу, и куда же наш путь? Так, чернильные берега подвигаются. Двигаемся, двигаемся. Так, сохранялочку тут прятали от меня, да? Да не тут-то было. Ой-ой-ой, да ё-моё. Да ё-моё, да ну нафиг. И что же тут делать с этими змеями? Для начала мы отсюда уйдем. А это что? Кто-то ожил. Ой-ой-ой-ой, что сейчас будет? Что-то неладное происходит. А где голова? Ой-ой-ой, я пропала. Ой, змея, тебя-то мне тут не хватало. На тучку. Дождик тебе не помеха. Пробиваемся тут, пробиваемся. Как же нам-то тут быть? Пробиваемся. И что же я должна тут найти? Подожди, Клякса, подожди. Тут у нас змея идет за нами. Интересно, чего же она у нас-то боится, а? Она все двигается ко мне и двигается. Охраняю. Так, Фредди, подожди. Еще разочек сохраняю. Включаем, Фредди, включаем, давай. Ой-ой-ой. Лишь бы меня не слопало. И как же мне быть? Фредди. Наш Фредди умер. Давайте-ка с вами продолжим. Снова все начинается. Появляется эта змея. Ну как же нам от нее избавиться, ребята? Кто знает, напишите в комментариях. Какая же она длиннющая, ой-ой-ой. Все, просыпается, да? Почуяла нас снова. Давай-ка, Фредди, с тобой брать оружие, кирку нашу и удираем скорей. Попытка номер два, мы должны спастись Фредди. Давай-давай, иди сюда, змеюка, иди. Так, Фредди, давай не тяни. У нас с тобой все получится. Проводочки, провода, выручайте нас. Все, открыли. Уходим, уходим, уходим. Давай сюда, давай. Чую, должна на вот эту змею. Вот эту батарейку съесть. Все, проглотила. Все. Мы убили змею. Ох, ура. Мы собрали кусочки пазла. Или листочек нашей главы. Ура, какой довольный наш Фредди. Глава пройдена. Но мы в этой главе с вами не взяли кое-чего. Все, главу со змеей мы с вами прошли. Следующая глава у нас 6. Ребята, ну на этом я с вами пока прощаюсь. Ставьте лайки, пишите комментарии. Не забывайте подписываться на мой канал Kids Game Show TV. Выбирайте, что будете смотреть дальше. В следующий раз мы с вами обязательно продолжим играть в игру Stickman Epic 2.